Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами свяжем вот такое вот кружево. Мне очень понравилось. В первых видеокадрах вы видели фото, взятое из интернета. И еще у нас здесь в одном из вариантов добавлен край кружева. Смотрится очень красиво, да? Мы с вами можем связать не только, допустим, какую-то вставку. Мы можем сделать наборными полосами наше изделие или же вязать сразу же всем узором, кому как понравится. Ну, а желающие, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами его свяжем. Образец из белой нити у меня связан с шерстяной нитки очень тонкой. Где-то в 100 граммах будет, наверное, 500 метров. Это я взяла хлопок. Тоже достаточно тонкий. По размеру не знаю, но тоже, думаю, не больше, чем 100 граммах 500. Для образца я набираю для этой полосы 41 воздушную петлю. И теперь с этой точки вяжу 3 петельки подъема. Это у нас будет первый столбик, накид. Отсчитываем и в пятую петлю я вяжу столбик с одним накидом. Вот так. Теперь 1, 2, 3. 3 воздушных петли на цепочке. 1, 2 в третью петельку. 2 пропустили в третью. Вяжу столбик с одним накидом. Вот так. Теперь 1, 2, 3. Накид через 2. 1, 2 в третью. Теперь у нас столбик с одним накидом. Там был без, а тут с накидом. Вот как бы первая такая ячейка. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И на цепочке считаем. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую петлю вяжу столбик с одним накидом. Не очень удобно, но первый ряд особенно. Вот так, видите, одна у нас как бы крестик, а другой у нас просто ячейка. Теперь опять-таки 3 воздушных. 1, 2, 3. В третью петлю вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. Вот она третья. Столбик без накида и 3 воздушных петельки, накид в третью петельку, 1, 2, 3, в третью петельку вяжу столбик с одним накидом, и подряд мы с вами вяжем таких 4 столбика. Первый, вот второй, третий и четвертый. Первый ряд разобьем с вами полностью. Почему? Потому что далее он будет у нас как бы на две половинки делиться, но это важно. Четвертый никак у меня не получается. Вот он. Зачеркнутая ячейка, пустая, а здесь как бы зачеркнутая переходит в заполненную. И теперь в зеркальном 1, 2, 3 считаем. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом. Теперь у нас идет 5, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 1, 2, 3, 4, 5, шестую столбик, так, и теперь 1, 2, 3, 2 в третью, и 1, 2, 3, накид, но здесь у меня видно, я где-то пропустила петельку, тоже через 2 в третью. Вот так.
но вы не пропускайте. Вот что у нас с вами получилось. Вот это как бы центр. Теперь поворачиваем вязание. Да, у нас же с вами здесь две. Я забыла. Ведь я прозевала. Где-то я пересчитала или не досчитала. Поворачиваем вязание. И теперь у нас идут первые два столбика. Они идут и с одной, и с другой стороны. Не измены. Три петельки подъема и столбик с одним накидом. Теперь у нас, видите, вот заполненная ячейка. Теперь она у нас будет пустая. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас будет немножко легче, но все равно, когда мы с вами их будем заполнять, тоже нужно быть внимательным. Вот эта ячейка теперь будет заполненная. 1, 2, 3. То есть третью петельку или же под арку мы заходим, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, накид. Мы заходим теперь вот в этот столбик. И вяжем столбик с одним накидом. Посмотрим. Вот видите, заполненная пустая, пустая заполненная ячейка. Далее 2 воздушных петельки. 1, 2, накид. Вот видите, у нас как бы заполненная ячейка. И нам нужно с одной и с другой стороны как бы расходиться, оформлять такой жучок по центру. Поэтому я делаю накид. Захожу под вторую арку. И под нее я вяжу 3 столбика с одним накидом. Первый, вот второй, третий. А четвертый столбик я вяжу в саму вершинку первого столбика. Тогда у нас есть возможность как бы их подтянуть ближе, чтобы они не расползались, да? Теперь 2 воздушных петельки. 1, 2, накид. У нас же здесь 2 столбика. Мы заходим в последний столбик. Столбик с одним накидом. Первый. И под арку подряд 3 столбика. Второй. Вот третий и четвертый. Обратили внимание, да? И дальше смотрите. 5 воздушных столбик. Эту ячейку мы с вами заполнили. А здесь у нас пустая и 2 последних столбика. Повторять не буду, потому что тут уже все достаточно четко видно. Ну, даже не так. Здесь у нас с вами 2 воздушных. Я сразу что-то я... И. Вот сюда идем. Вот так. Да, как и здесь, а 2 воздушных столбик. Смотрим, завершили. Мы с вами, вот я на этом месте остановилась, столбики, 2 воздушных столбик. Теперь заполнили ячейку пустую и в конце 2 столбика. Повернули вязание. 3 петельки подъема, накид и в столбик с одним накидом. Пустая ячейка, заполняем 1, 2, 3 или в петельку, или под арку. И 1, 2, 3, накид, столбик. Теперь у нас идет пустая ячейка. 1, 2, 3, 4, 5, накид, сам столбик, вяжем столбик. Далее мы помним, у нас здесь были 2 воздушных, поэтому что? Мы под эти 2 воздушных вяжем 2 столбика. В итоге у нас уже с вами 3 столбика. И 4 столбик в вершину первого столбика нижнего ряда. Вот смотрите, у нас получается лесенка, да? Расходятся наши столбики. Теперь
3 воздушных, 1, даже 4, 1, 2, 3, 4, накид. И вот под эту арку между столбиками, столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, накид. Здесь мы с вами вяжем в последний столбик. 2 столбика под арку в сам столбик, пустая, заполненная, 2 в конце. То есть все повторяется зеркальным. Итак, вот смотрите, что у нас с вами уже получилось. Лесенка, да, по краям у нас пустые, здесь заполнены и 2 столбика, тут и тут. Поворачиваем с вами вязание. 3 воздушных петельки, которые соответствуют столбику, накид и второй столбик. Вот так. Далее пустая ячейка, то есть 1, 2, 3, 4, 5, накид и столбик. Далее давайте смотреть, у нас опять с вами расширение идет вот этой лесенки. Поэтому я делаю 2 воздушных петельки, накид и под арку 3 столбика. Первый, второй и третий. А четвертый в сам столбик, для того, чтобы они все у нас подтянулись и были в одной кучке. Вот так. Видите, теперь мы их можем. Вот как это выглядит. Теперь 1, 2, 3, 4. 4 воздушных петельки. Вот наш столбик. Я с одной стороны столбика вяжу столбик без накида. В саму вершинку вяжу столбик без накида. И с другой стороны еще третий столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Накид. Первый столбик из 4 мы делаем в последний. 3 столбика под арку. 2 воздушных. Ну и завершаем этот ряд точно так же, как и начинали. Завершили мы с вами этот край. Повернули. 3 воздушных. Столбик. Так, по рисунку смотрим, заполняем ячейку. 3 столбик без накида. 3 воздушных. Накид и вот сюда столбик. Теперь мы с вами должны, вот эти ступеньки у нас расходились, а теперь они у нас будут с вами соединяться или нет, или даже нет. Еще будут расходиться. То есть вот столбик второй и третий. Здесь у нас было с вами 2 воздушных, да? И вершинку после первого столбика. Еще расходятся. Теперь 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас мы с вами смотрим. Здесь у нас с вами было вот 3 столбика без накида. Поэтому я под арку делаю первый столбик. Теперь в сам столбик второй. Третий. Четвертый в сам столбик. Где у нас четвертый, да? И вот пятый именно под арку. Видите, мы с вами здесь вот паучка вывязываем. Теперь 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Заходим в последний столбик. 3 под арку. И здесь заполняем ячейку. 2 последних столбика. И завершаем этот ряд. Итак, смотрите, мы с вами вот связали этот набор, который ступеньками расходится.
Последнюю заполнили 2 столбика. Я уже начала следующий ряд, повернула вязание. 2 столбика, пустая ячейка. И теперь 2 воздушных петельки, накид. Первый у нас будет столбик в саму вершинку столбика. Вот так вот. И 3 столбика у нас будут идти под арочку. Можем попадать в петельки. Можем вязать плотно ближе к правому краю. Вот наш, видите, смотрите, расширялись. Теперь начинаем убавлять. Ступеньки идут в другую сторону. Теперь у нас идет 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И было здесь 5. Из этих 5 мы делаем 3. То есть пропускаем 1, заходим во второй столбик. Столбик без накида, первый. Затем вот второй. И вот третий. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, вот наша арка. Мы под нее, ближе теперь к левому краю, стараемся связать 3 столбика. Вот первый. Второй. Третий. И четвертый мы вяжем саму вершинку. Вот так. Теперь 2 воздушных, накид. Вот в этот последний столбик вяжем столбик с одним накидом. Ну и завершаем. 5 воздушных, 2, 3, 4, 5. И 2 столбика поворачиваем и начинаем следующий ряд. И в итоге, видите, вот у меня виднеется половинка жучка. Завершила я этот ряд, повернула вязание, начала следующий ряд. Не повторяю, потому что все понятно. Теперь смотрите, вот здесь у нас 2, и здесь 4. Теперь мы с вами вяжем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Получается вот 1, 2, 3, 4, 5. В шестую вяжем столбик с одним накидом. Так, столбик с одним накидом. И так как у нас с вами ячейки теперь идут в обратном порядке, поэтому под арку я вяжу еще под арку вяжу еще 3 столбика с одним накидом ближе к правой стороне. Первый, вот второй и вот третий. Теперь 1, 2, 3, 4. 4 воздушных петли, накид. Из этих 3 в центральную, во вторую петлю захожу, вяжу столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Как вы видите, жучок заполнен. Теперь мы идем под арку. Вяжем 3 столбика с одним накидом ближе к левой стороне. И в первый столбик вяжем 4-й. Это у нас 3 и 4 в первый. Далее 5 воздушных. Заполняем и 2 последние. Поворачиваем вязание, начинаем следующий ряд. Так, смотрите, я завершила вот этот ряд, повернула вязание, выполнила вот как у нас идет по рисунку. И сейчас мы должны вот этот жучок, да, как бы вот таким вот образом закончить одной вершинкой. Сейчас, когда мы связали с последний столбик после заполненной ячейки, 2 воздушных петли накид, я захожу в последний столбик из этих 4. И 3 у меня идет под арку. Это у нас как бы будет второй столбик. Это у нас третий и четвертый столбик. Вот так. Это третий именно под арочку. Теперь 2 воздушных петельки, накид.
Теперь с этой стороны арки мы тоже вяжем 3 столбика. Первый, второй и третий. И последний, четвертый, вяжу именно в сам столбик. Вот так вот, видите? 2 воздушных, 1, 2, накид и в последний столбик, столбик с одним накидом. Далее у нас все по рисунку. 5, то есть мы сейчас эти были пустые, значит, мы их заполняем. А следующую арку мы с вами делаем пустую, 2 столбика, я поворачиваю вязание и начинаю следующий ряд, чтобы не затягивать. Повернула я наше вязание и уже начала, вот 2 ячейки заполнила. Как вы видите, вот наш центр. Что мы здесь делаем? 3 воздушных петельки после пустой ячейки. Я захожу в первый столбик, вяжу столбик без накида. 3 воздушных, накид, я захожу в последний столбик из 4. В арочку из 2 вяжем 2 столбика. Первый и второй. На круг у нас уже 3. И четвертый мы вяжем в первый из следующего набора. 1, 2, 3. Мы опускаемся в последний столбик. 1, 2, 3, накид, я иду в столбик, вершину вяжу столбик с одним накидом. Далее у нас пустая ячейка заполненная и 2 столбика. Вот что вышло. Завершили мы ряд и начали новый, как вы видите. Так, и теперь смотрите, вот наш ступеньки, как я говорю, они у нас разошлись, сошлись, и теперь они у нас будут опять расходиться, но внутри у нас будет уже не жучок, а у нас будет вот такая вот, как бы видите, сетка формироваться. Немножко по-другому, но принцип будет тот же, поэтому мы сейчас с вами разберем и вторую часть. Начав ряд пустая заполненная ячейка, теперь 1, 2, 2 воздушных, накид. Я захожу, вот пропускаю вот эту, захожу под эту арку. И подряд вяжу 3 столбика. Второй, третий, четвертый. В первый из набора. 2 пропустила. 2 воздушных, в последний из этого набора, 3 под арку, 2, 3, теперь 2 воздушных, накид, заходим в вершину столбика, ну а дальше у нас по рисунку заполнили ячейку, пустая, 2, и поворачиваем вязание, начинаем следующий ряд. Так, смотрим, довязали ряд и повернули вязание. Заполненная пустая ячейка, и теперь, как вы понимаете, нам нужно расходиться. Что для этого нужно? Мы связали с вами столбик первый, здесь у нас с вами 2 воздушных, в них мы вяжем по столбику и столбик в вершину этого набора в первый столбик. Вот так. Теперь 2 воздушных петельки, накид, в последний столбик связали столбик с одним накидом. Вот у нас с вами ячейка. Теперь мы эту ячейку должны заполнить. Я делаю накид и захожу в первый столбик из набора. Столбик с одним накидом. Теперь делаю опять накид и возвращаюсь в этот столбик, который мы уже провязывали. То есть мы вяжем их крест-накрест. Связали крест-накрест, накид. И в этот столбик мы вяжем еще один ровный столбик, то есть границы. Мы связали крестик внутрь и 2 границы.
2 воздушных петельки, накид в последний из этого набора, столбик, 2 подарка, 1, 2. Теперь в саму вершинку столбик. И что? Пустая, заполненная, 2, и поворачиваем вязание. И будем с вами двигаться к следующему ряду. Завершила я ряд и начала следующий, повернула вязание. 2 столбика, пустая ячейка. Мы видим, что мы с вами расходимся ступеньками. Поэтому сейчас 2 воздушных петельки, 1, 2, накид. Под арку ближе к левой стороне я вяжу 3 столбика. 1, 2, 3 и 4 в саму вершину столбик. Вот так. Теперь 2 воздушных петельки, накид. 2 столбика пропускаем. В третий связали столбик с 1 накидом. Смотрим в нижнем ряду. В нижнем ряду у нас был с вами крестик и 2 столбика, которые ограничивающие эту клетку. Вот теперь эти столбики у нас должны расходиться. Вот первый столбик. Сейчас мы с вами делаем крестик. Зашли в этот столбик. Теперь вернулись. Связали столбик. Связали границу. Сошли вершинку. Так, теперь 2 воздушных петельки. Накид. Зашли в столбик. Это граница. Теперь вяжем крестик. Теперь столбик в обратную сторону. Вот сюда. Можно попасть. Так, и, естественно, вяжем границу вот в этот столбик. Вот смотрим. Видите, вот у нас крестик тут и крестик тут. И расходятся ступеньки. 2 воздушных петельки, накид. 2 столбика пропускаем, заходим в последний, в 4. Идем под арочку 3 столбика. Пустая ячейка 2. То есть все повторяем. И поворачиваем вязание, начинаем следующий. Завершила я этот ряд и уже повернула, начала вязать, заполнили ячейку. Мы видим, что наши ступеньки еще расширяются. Поэтому после вот этого столбика я делаю накид и под ячейку из 2 воздушных вяжу 2 столбика. 1, 2. И последний столбик, 4, у меня получается в 1 из нижнего ряда. Теперь 2 воздушных, накид. 2 столбика пропустили, зашли в последний. Смотрим. Вот у нас была заполнена ячейка крестиком. И они у нас тоже расширяются. Поэтому вот эта ячейка тоже должна быть крестик. Я делаю накид, захожу в эту вершинку, связала столбик. Накид, захожу в предыдущую вершинку, связала столбик. И связала столбик, границу. Вот так. Теперь 2 воздушных петельки, накид. Сюда мы с вами вяжем столбик. Вот так. 2 воздушных. У нас будут пустые ячейки. Вот сюда столбик. Заполненная ячейка тоже наверху будет пустая. 2 воздушных столбик. А вот это будет заполненная крест-накрест. 2 столбика и граница.
и граница. Теперь 2 воздушных петельки, накид. В последний столбик связали, столбик с одним накидом. Под арку 2 столбика. Вершину самого столбика. Далее мы заполняем ячейку, 2 последних столбика и поворачиваем вязание. Завершила ряд, повернула и начала вязать уже следующий ряд. В этом ряду мы с вами дошли до крайней точки расширения. Теперь у нас идет вот эти ступеньки, будут сужаться. Поэтому сейчас мы сделали пустую ячейку, 2 воздушных петельки. 2 столбика пропустили, зашли в третий, связали столбик с одним накидом. Под арку связали еще 2, первый, второй накид, и вот он, четвертый столбик. Вот у нас была заполненная крестиком, она сейчас у нас будет пустая. 2 воздушных накида и вершинку столбик. А крестики тоже расходились, теперь сходятся. Значит, поэтому вот это сейчас должна быть заполненная. Накид. Вяжу 2 столбика крест-накрест. Вот сюда зашли. И вот сюда зашли. И граница. Центральная у нас будет пустая ячейка. Видите, здесь, значит, сюда вот это у нас будет крест-накрест. Пошли сюда, связали накид и вернулись, связали этот столбик. И границу. Далее у нас пустая ячейка на 2 воздушных. Теперь накид. Видите, вот она у нас была пустая. И далее у нас идут под эту арку 2 столбика. Накид, столбик. Первый. Второй. То есть на круг у нас их 3. И четвертый идет вершинку вот этого. 2 воздушных. Да, вот видите, как и начинали. Накид. Мы зашли в последний столбик. Следующая ячейка у нас будет пустая, 2 столбика, и поворачиваем, начинаем следующий ряд. Завершила я этот ряд, повернула и начала уже заполненный. Теперь у нас, вот видите, вот здесь была заполненная, мы теперь сделали пустую ячейку. 1, 2, 3, 4, 5, в шестую столбик, да, и здесь у нас 5 воздушных. А сейчас мы с вами что делаем? Сейчас мы заполняем вот эту ячейку, потому что мы движемся в эту сторону. Поэтому под арочку 2 столбика. Первый, второй. И последний, вершину столбика. Вот следующая ячейка у нас была заполнена крест-накрест. 2 воздушных, она у нас будет пустая. И связали столбик с одним накидом. Как вы видите, у нас ячейки, заполненные крестиком, сначала расходились, теперь сходятся. Вот 2 ячейки с крестиком. Поэтому центральная сейчас она будет заполнена. Я делаю накид, захожу. Первый столбик, накид. Возвращаюсь. Второй столбик, накид и границу этого столбика. Следующий у нас пустая ячейка на 2 воздушных. И мы заполняем арочку 2 столбиками. Последняя у нас идет вершинку. И далее у нас пустая заполненная арка, 2 столбика. То есть как вот с этого края. И поворачиваем вязание. Итак, смотрите, я завершила ряд, повернула. И теперь у меня идет в начале пустая,
заполненная ячейка. Вот наш центр. И сейчас наши ступеньки соединяют, идут к центру. Поэтому 2 воздушных петли, накид. Я захожу в последний столбик из этого набора. 2 столбика под арку из 2 петель. И последний столбик у нас идет вот сюда. Теперь 2 воздушных накид. Здесь у нас с вами был крестик, да? Мы заходим в следующую границу этого крестика и заполняем ячейку. В первый столбик 2 воздушных накид, в последний столбик. Далее все понятно. Заполненная пустая ячейка, 2 столбика. Повернули вязание и начали следующий ряд. Прекрасно, это может быть даже вставка в летнюю какую-то блузку по центру или 2 вставки с одной, с другой стороны по спине. То есть смотрится очень красиво. Итак, я начала следующий ряд, как вы видите. И теперь смотрите, мы с вами должны заполнить нашу вот эту ячейку. А здесь... Это напоминает нам вот этот вот первый ряд. Смотрите, заполненная ячейка, пустая, заполненная. И по центру у нас идут 4 столбика. То есть здесь то же самое аналогично. Поэтому теперь я вяжу 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Захожу вот в этот столбик. Теперь 1, 2, 3. Накид, захожу в последний столбик, 2 столбика под арочку, то есть это у нас центральные 4 столбика, от которых у нас будут расходиться наши ступеньки теперь уже в разные стороны, не сходиться, а расходиться, да? Теперь 1, 2, 3, я опускаюсь на этот столбик, столбик без накида, и 1, 2, 3, накид, я иду в этот столбик. Смотрим, что получается. То есть как бы получается заполненная ячейка, пустая, заполненная, центр, заполненная, пустая, заполненная. И далее у нас идет повторение, уже начиная со второго ряда. Мы будем вывязывать вот этого жучка. Итак, я завершила ряд. Следующий ряд у нас будет второй. Поэтому как-то повторять нет смысла. Сам раппорт мы с вами выполнили. Ну и высоту вы вывязываете столько, сколько вам нужно. Вот такой вариант. Да, и такой вариант. Видите, как я говорила, их можно сразу же вязать, допустим, несколько полос, можно их соединять, между ними что-то другое, можно, допустим, просто сетку, тут уже на ваше усмотрение, или же в ткани применить. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось — ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!